просили рассказать про Амбилайт, про сервисные настройки. Вот Амбилайт, да? Сейчас зайдем в сервис настройки. Так. 0,6, 25, 96. Ок. Амбилайт. Секция номер один. Это левая сторона. Секция номер два. Это левая верхняя сторона. Секция номер три. Это вот эта сторона. Правая. Верхняя. И четвертая. Вот эта сторона. Так, четвертая сторона. Покажу просто пример. Вот 100% яркость. Оп, ноль. Не понял, для чего остальные секции. Вот, допустим, логически, да? 5, 6, 7, 8, да? Смотрим. Ничего же не поменялось. Либо я что-то не так смотрю. Допустим, какой-нибудь другой пример. Что-нибудь такое. Не знаю, проигрыватель. Чтоб фиолетовый был. Допустим, вот. Где тут он? Ярко. Яркий фиолетовый. Ничего не поменялось. Ладно, секция 9. Секция 10. Семь. Шесть. Пять.
Ну, вот как-то так. Если кто-то заметил, что-то увидел, то пишите.